Пора доставать нож. Слишком опасно стало. Красавец, Петё. Кенесуале! Вот ты можешь оставить хоть какой-то комментарий? Ты спросишь, где мы? А я тебе отвечу. Мы в Асурете. Ты спросишь, зачем мы сюда приехали? Я скажу тебе. Показать тебе Асурете. Мы будем ночевать в лесу. Будем драться с волками. И все это на нашем канале Кенесуале ТВ. Приехали в Асурете, поехали из автовокзала Самгори. Доехали до сюда на маршрутке. Ехали сколько? Ну, где-то полчаса, да? Да. Больше недалеко вообще находится. Но суть в том, что вот это очень интересное место, интересный, не знаю, город, поселок, что ли. Да. Здесь раньше жили немцы, немецкое поселение. Вы можете заметить по архитектуре нескольких домов. Это разрушенная церковь. И, как вы можете заметить, при церкви потом построили, но это, скорее всего, в советские времена, раньше тогда не чтились. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим, что там было. Ну, видишь, как здесь... Рода и Крисейку. Это потом, наверное, знаешь, уже подскот было сделано. Да, ну вот, как раньше вот там. Да. Кстати, Камарджоба исходит из слова Камарджуэба. То есть победа. 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 Грузины друг другу желают победу. Ты ему говоришь Камарджоба, он тебе говорит Гагимардж. То есть победу тебе, он говорит, и тебе того же. Так что вот, знайте. Друзья, мы пришли на немецкое кладбище. В разных стилях сделаны. Угу. Надгробные камни. Не повторяются. Да, все по-разному. Но вот кто немецкий знает, вот здесь более отчетливо видно, можете потом посчитать. Но мы, в принципе, можем понять, что 94-й, 29-й, Рюхе Санфт. И вот, кстати, так что-то вот Фриц Вольмен. Очень-очень интересно, а? Здесь все же. 98-й год. Видимо, здесь жил, кстати, после войны даже здесь. Хоронили, походу. Вчера был дождь и... Скажем вам, что здесь можно охотиться. Пора доставать нож. Слишком опасно стало. Пора. Ну что, друзья, мы пришли к первой нашей остановке. Это водохранилище. Вода, как я вам хочу показать, если камера показывает, вот на этой бетонной секции есть беленькая и желтенькая, вот до туда доходит вода. То есть, по сути, она вот-вот, прям вот где-то здесь. Вход туда свободный, но, как видите, дорожка немножко опасная, поэтому надо быть аккуратным. Красота. Чек. Чек? Не, это что? Какая чек? Чек и в море. Это воробушек. Нормально? А я вот знаешь, что еще думал? Слышь, прикинь, вот сейчас мы идем, потом бац. Мост рушится, и мы остаемся здесь. Телефон разрядился, не ловит. Ну, отлично. Что будем делать? Я тебя заберу. Ну, у меня есть нож большой, я тебя могу съесть. А у меня маленький ножничек, я тебя разрежу. Водохранилище, сколько мы идем уже, Дина? Водохранилище, не знаю, в общем, мы идем, я тебе скажу. В общем, сейчас Динушка нам скажет. В общем, мы идем, час 39, час 40. Что думаешь? Будет тяжеловато. Ну градусов сколько? Ну градусов 70 подъем будет. Да. Тяжеловато. Но мы все сможем. И ты сможешь. Только действуй.
сейчас будет трэш. Друзья, смотрите, можно заметить, видите, какие-то разрушенные домики. И вот там впереди водопад, мы туда идем. Очень круто. Только что пообщались с пастухом, который напротив. Находится напротив. Не знаю, видите ли вы или нет. Покажи. Но он нам пасет коров. Мыться? Рогор? Аргит, мадлова. Что? Он сказал, что там собаки, и будьте осторожны. Очень интересно. Только проделано туда. Идет священник, и за ним идут две собаки. Робинсон говорит, если собаки будут идти к нам, то говорит, бегом в церковь. Смотрите на него. Я знаю просто. Собак... Вот так испугался, жесть. Че, они, блядь, звери какие-то. Не собака, это кто-то знает, что. Ау! Витя, смотри, прям на тебя бежит. Смотри, смотри. Хорик меня бьет. Красавец, Питьо. А ну-ка, дура. Не бойся, Рой. Оп. Так, тихо. Ой-ой. А вот живот. А че? Так, у нас сейчас вот ахай. Хорда, колосат. Кади, тихо. Давай, давай, миди, ехам, уфас, миди. Миди, а рапфер, я лучше раз. Давай, я лучше раз. Смотри, на чем углян, зеви, да? Сейчас мы идем к священнику домой. Будем пить кофе, чай. На лапу, лапы, смотри, какие лапы. Это малыш? Это малыш. Дядя, мой маленький дядя. Дядя, 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 дядя. Уши, видишь, обрезаны? Да. О, умный. У него еще зубов нет, поэтому он тебя не кусит, поэтому ты не боишься его. Я и так не боюсь. Тетя, мой маленький тетя. Тетя. Тебя как зовут, брат? Добит, брат. Алабай, всегда хлеб. Алабай, хо, алабай, да. Алабай. 5 месяцев. Сучок. Зармац. Ай, говорю, можно худить и добывать. Мы провели где-то около часа у нашего священника. Я уже второй раз, он меня узнал. Дину первый раз, да? Я первый раз, но я... Какие впечатления? Я под большим впечатлением остался, потому что с такими людьми приятно общаться. Много узнаешь. В общем, я не знаю, как передать. Вам просто надо сюда приехать и поговорить с этим человеком. Вот, друзья, фрагменты остатков прошлых лет. Опять же, повторюсь, около 12 века. Хеври, да? Ага. О, вот старый, да, кстати. Вот. О, смотри, смотри, мышка там внутри. Да, да, смотрите. И если вы хотите пройтись по тому же маршруту, можете обратиться в компанию по турам по Грузии, ссылка в описании. В общем, по-моему, чуть-чуть потерялись, не по той дороге пошли. Сейчас возвращаемся обратно. А, насчет туров, то, что Робинзон говорил, посещайте. Ну, сами решайте. Тут человек чуть-чуть запутался. Ладно, шучу, конечно, посещайте даже. Не, ну, я в нем уверен. Я в нем уверен. А когда я в нем уверен, вы во мне уверены. Все, мы вышли на ту дорогу, которая приведет нас сомневались к концу всего этого.
Дорога оказалась неправильной опять. Сейчас, походу, будем срезать и идти сквозь леса. Комментарий от гида. Все, идем нормально. Немножко не туда свернули, но в целом, что я вам говорил, мы вышли. Воу! Слышишь, Леха? Ой! Кенесуале! Друзья, параллельно нашего видео мы не можем пройти мимо и не заметить тот факт, что некоторые нехорошие люди мусорят. И в связи с этим мы решили сделать вот такие пакетики, и у меня уйдено, в которые будем по дороге собирать вот такой вот мусор. Весь срач, который оставили люди. Да, поэтому я... Задержи. Берем отсюда. Как-то так. Поэтому, ребят, будьте культурными. Место каждому мусору в мусорке. И самое вот удивительное, блядь, вот, ну, у меня нет слов. Удивительно, да? Расстояние даже меньше метра. Блин, ты хороший человек. Дай бог тебе здоровья. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Давай, раб, работай. Вот за ним ухаживай, как за маленьким ребенком. Рука об не сделал, накорми меня, покори, давай. Я обращаюсь к его будущей жене. Смотрите, вот пока я как бы, ну да, там попу подтираю, стюньки, а дальше тебе будет тяжело. Радуга, ребят, смотрите, радуга. Видно, не знаю, передает ли камера, но это радуга. Две радуги. Вайме! Я так давно не видел радугу, друзья. Это вообще огонь. Мы хотели вам показать. Что мы хотели показать? Коджорскую крепость еще. Да, ну сейчас мы издалека. Вон там. Ну как вы видите, погода. А мы промокли. Хотим узнать ваше мнение. Вы хотя бы пишите, как бы говно или хорошо. Какой-то комментарий. Ты можешь оставить? Вот ты. Ты можешь оставить хоть какой-то комментарий? Не надо лайк. Оставь комментарий. Хрен с ним с лайками. Да, мы хотим оставь понимать. Комментарий. Да. Ты. Именно ты. Вот ты. Нет, подожди, не ты, а вот ты. Вот ты, вот рядом. Ты. Ну что, с вами, как всегда, Тино. Робинзон. И это... Сильно, да, ударил? Не, нормально, не больно. Да. Это Киноцвали ТВ. Подпишись на наш канал. Поставь лайк. Не забудь поставить лайк, понял? Это Геноцвали ТВ. Мы потерялись. Это Геноцвали ТВ. Мы потерялись. Не, почему потерялись? Я шучу. Типа шутка. Не, Аргин, да.